Как дела, друзья? Меня зовут Маком, и с возвращением в убежище 333. Да, мы продолжаем. Я здесь кое-что уже понастроил и попереназывал наших главных героев. Вы что-то после первой серии не очень охотно, конечно, предлагали имена им. Но я думаю, что чем больше мы будем углубляться, чем больше у нас будет появляться новых жителей, тем активнее вы будете участвовать в их жизни, да? Хорошо, я построил медпункт один и еще лабораторию. Кроме того, поставил еще кладовую, одну, вторую и увеличил максимально, конечно, каждую из наших производственных и жилых комнат. Вот так. Хорошо. Спасибо большое. Одной, не знаю, барышня писала или парень, не знаю. Вроде бы как по имени. Аккаунт был такой, что я думаю, что это барышня. Она мне подсказала, как, напомнила, вернее, как зовут все-таки вот эту седую женщину из ходячих мертвецов. Ее зовут Кэрол. И так как Кэрол постоянно с последних несколько сезонов даже не хочет в самых непредвиденных ситуациях расставаться с огнестрельным оружием или с пистолетом, я, конечно же, ей выдал пистолет. Кроме того, у нас Шва-бра. Шва — это ее имя, а Бра — это фамилия. Или наоборот, как хотите. Почему я назвал ее Швабра? Потому что у нее прическа такая, как грязная швабра. Не знаю, что-то мне напомнило. Да, наш француз постарался, как вы видите, она уже с животиком. Давайте на нее ближе посмотрим. Как дела? Это она вам, друзья. Напишите в комментариях, как у вас дела. Сол наш пьет ядер-колу. Правда, мы еще ее не изготавливаем, но думаю, что довольно скоро к этому с вами доберемся. Мишон тоже расслабуха здесь. Ох, Мишон. Не туда. Говорят, в последнее время ты просто горы сворачиваешь. Да, есть такое немного. Ты мне зубы не заговаривай, засранка. Я знаю, что ты сделала в прошлых сезонах, да? Прошлым летом хотел сказать. Ну, да ладно. Кто у нас появился, друзья? У нас появился еще Джек Блэк. Да, точно, прическа такая же и выражуха у него. И он довольно забавно смотрится, когда бегает просто по комнатам, и особенно за рейдерами, которые меня уже посещали два раза с момента нашей последней встречи с вами в прошлой серии, да? И когда он рат-таракашек бегает, убивает. Джек Блэк с ружьем — это что-то, конечно же. Так, кто у нас еще здесь появился? Анна Клипфолд, или как? В общем, я ее переназвал и назвал ее Алиса. Алиса, мелофон у меня! Алиса! Пожалуйста, комната в пожаре. Так, ну я думаю, что они справятся. Да, уровни у наших жителей или выживших уже поднялись довольно серьезно. Единственное, что меня сбивает с толку, как всегда, это показатель счастья наших жителей, потому что он у меня был буквально минут 10 назад, по-моему, когда я просто запустил игрушку, пособирал все, что мог пособирать, и ушел. Минут на 10. Возвращаюсь, опять все пособирал, у меня было 96%, сейчас 92%. Видимо, не вовремя я просто собираю всякие наши ресурсы. Но, тем не менее, 90%, я думаю, что мы будем дальше так держаться. Сейчас нам нужно набрать 18 жителей, друзья, чтобы добраться до... Так, секунду. Чтобы добраться до комнаты смотрителя. Вернее, кабинета смотрителя. Там, где будут у нас теперь квесты. Ну, а заданий я сделал несколько. И сейчас у нас появился один ланчбокс и появилась переноска для животных. Давайте, наверное, ланчбокс откроем, потому что я никого на пустоши даже не отправлял. У меня было, конечно, задание. Я бородача отправил. Кстати, знакомьтесь, это бородач. Мне сразу пришла в голову назвать этого персонажа одним из
Ну, он мне просто напоминает одного из ютуберов, но думаю, что ему и так не нужна реклама дополнительная, да? Тем более, что... Да. Вот, Бородач. Кто у нас тут еще есть? Рыцарь, как я и обещал. Кто еще? Давайте по всем, наверное, посмотрим. Алиса, Башка, Бородач, Генри, Джек Блэк, Кэрол, Мишон, Овен, Панк, Рэйчел, Рианна, Рыцарь, Смотритель, Сол, Француз, Швабра. Она, видимо, французка. Ну да, француженка. Французка. В общем, француз и француженку я свел вместе, и они довольно быстро нашли общий язык. Что меня очень порадовало. Окей, давайте откроем, наверное, ланчбокс все-таки. И я просто хочу... Просто надеюсь, что какая-то бронька или какое-то оружие более-менее серьезное нам попадется. И можно будет кого-то отправить на пустоши. Так, посмотрим, что у нас здесь. Стимулятор 1. Окей, костюм наемника. Окей, крышки 100. Игрушечная машинка, хлам. И крышек 500. Переноску мы чуть позже, наверное, откроем, да? Я сохраню просто такую интригу на дальнейшее в нашей серии. Так, ну чё, кого бы так отправить? У кого большинство... Самая большая выносливость на данный момент? У Алисы? У Кэрол? У Мишон, да? Мишон. Эх, блин, я знаю, друзья, что я обещал вам никуда ее не отправлять, потому что она может пропасть. Но давайте проверим ее. Может, она исправилась и... Решила как-то, ну, решила исправиться, что ли. Тем более у нее счастье 100%, а я буду ее наказывать. 100% счастья совсем ей не подходит. Костюм наемника. Ну, костюм наемника нам выносливости не дает. Вот в чем прикол. А что нам дает костюм выносливости? Какой костюм, вернее, выносливость нам дает? Никакого, да? Печалька. Ой, что-то я слишком... Печалька, печалька, печалечка. Так, и по оружию у нас тоже голяк. Блин, я так надеялся на этот ланчбокс. Очень надеялся. Ну, давайте теперь посмотрим, какие у нас там задания вообще. Что нам нужно сделать? Превратить в хлам 4 единицы оружия или костюмов. Не скоро это будет. Добыть 3 единицы оружия. Да, приходили к нам две группы рейдеров. Ой, простите. Если вам было слышно, я немножко задел полочку коленом. Ну, полочку коленом на столе, в общем. Да, приходили две группы рейдеров, и только от них я получил 2 единицы оружия. И должен родиться один ребенок, что довольно скоро должно случиться. Не знаю, правда, в этой серии или в следующей это случится. И я пока еще не знаю, как ребенка назвать, смотря как он будет выглядеть, в общем. Так, окей. Окей, окей. Может, кого-то лишить оружия? У кого там у нас оружие есть? Я не помню. С пневматом идти на пустоши совсем неприкольно. Погоди, а вот это... А, это сила, да. Может, Кэрол расстанется с пистолетом? Сколько он там урона? От 2 до 3. Ненадолго можно, конечно, Кэрол отправить. Совсем ненадолго. И надо будет не забыть, что она вообще туда пошла. Но я думаю, что, наверное, я заберу просто пистолет и дам Мишон. Если, Мишон, ты не вернешься, я тебя из-под земли достану. Я в следующем нашем проекте с тобой, я просто на тебе так оторвусь. Ты будешь у меня так наказана, что...
давай шуруй на пустоши. Так, нет, 16, нет, подожди. А, ну да. Хорошо, выдадим ей 2 стимулятора и 2 антирадина. Я думаю, что ненадолго пускай валит. Развеется. Давай, барышня. С одной стороны, я не люблю начинать, друзья, эту игру. Потому что она такая, вот... Застрянешь, короче, будешь втыкать, тупо ресурсы собирать, там, крышечек. У тебя все получится. Ну, посмотрим. Крышечки собирать, там, копеечные вообще, там, по 20 крышечек, по 25 крышечек. Это в таком, более-менее, еще лучшем случае. Набираешь эту сумму как-то, а потом, когда уже разгонишься, когда уже будет где-то человек 40, вот тогда уже начинается жара. И потом... Опять рейдеры? Окей, я оружие Мишон отдал. Ну ладно, будем надеяться, что они справятся. Как-то кулачками, что ли. Давайте на них ближе посмотрим. Амазонки пришли. Одни барышни. Мы пришли к тебе за мужем. Нам нужен муж. Одного нам хватит на троих. Швабра побежала. У нее такая выражуха офигенная вообще. Когда она бегает, боится. Француза я вам не отдам. 100% они прознали просто вне убежища, что у нас здесь герой-любовник есть. И они пришли за ним, 100%. Надо будет его попросить сбрить усы и где-то приобрести или сделать ему такие наклеивающиеся. Чтобы он как-то... Шифровался, короче. Парни. Парни, как вам не стыдно женщин бить? Они тут за мужем пришли, а вы их калашматите. Давайте уже добейте вот эту вот одну... А, их две еще, да? Окей. Надо нам оружие, чтобы дропнули. Дропнут оружие или нет? Не знаю пока. Давай. Давай мочи. Рыцарь. Ты же рыцарь, давай. Тебе не страшно ничего. Давай лушпеник. О, вот это я понимаю, да, комбо из трех ударов. Вот еще, молодца. Сейчас Джек Блэк разберется. У него с барышнями разговор короткий. Дай мне... О, Винчестер, да. Да. Винчестер — это сила. Вот и три оружия. Окей. Так, кому Винчестер выдадим? Давайте, Кэрол, не будем обижать. Она будет с Винчестером ходить. Вот. Да, кстати, друзья, здесь есть такие небольшие хитрости, но, скорее всего, вы о них знаете. Когда нам дают задание отправить одного, допустим, жителя на пустоши, да, мы просто любого выбираем, отправляем, нам засчитывается и его сразу же возвращаем. Он далеко уйти не успеет и сразу же вернется. Ни с чем, правда, но все равно возвращается и нам засчитывается и... Исполненное, как исполненное, в общем, задание. Кроме того, можно оружие выдавать на ходу. То есть у кого-то забирать, если вы запомнили, кому вы его отдали, да? Ну, это так вот, с первых. С первых часов, скажем так, игры. Если вы запомнили, кому отдали, у одного забрали, просто тому, которому они побежали, просто выдали, и все. И одну барышню я опустил. Вторую, кстати.
Первых как-то без оружия, я всех перевалил. Не знаю, каким образом у меня это получилось. Видимо, они становятся сильнее. Или злее. Так. Швабра. Швабра, возвращайтесь. В столовую работать. Швабра. Ай. 2200 крышек, блин. Вот когда они нужны, вот их всегда не хватает. Как же хитро все-таки продумана игрушка. Некоторые изменения здесь заметны, но я не буду их перечислять. Вы сами, наверное, увидите разницу между портом, скажем, на планшетах, да, и версией на ПК. Так, что мы там можем построить? Давайте что-то построим. Что-то бы такое построить. Я просто коплю крышки с одной стороны для того, чтобы кабинет смотрителя. Я просто не знаю, сколько он будет стоить. Если он будет штуку стоить, то это будет, конечно, очень больно. Но необходимо, так как квесты все равно интересно, что они тут добавили и как эти все квесты будут выглядеть вообще. И насколько они будут сложными. Так, я думаю, что мы с вами улучшим одну, наверное, из комнат, да? Давай-ка по... Ого! 1,5 штуки, блин. Ну да, что я хотел, если я по 3 комнаты сразу зафигачил? Неудивительно. Кладовую еще рано, 3-ю ставить, так как у нас 30... Сколько там? 30, по-моему, да, максимально? 15 максимально этого стимулятора. Штука, блин. А если я построю? Давайте построим, наверное, еще одну. Один медпункт. Так дешевле обойдется. Вот рядышком сразу поставим. Окей. Правда, жителей не хватает, конечно. Один на подходе, это будет 17. А до 18. Ви-ви-ви. Рыцарь такой офигевший. Короче, чувак, такая большая лаба. Чё я с ней буду делать? Ну, все улыбаются. Все довольны. Все довольны, все смеются. Чё бы такое улучшить? А, погоди, дверь убежища. 500 улучшения, да? Давайте улучшим. Пока у нас нет никаких... никакого оружия толком, да? Никакой защиты. Так, Мишон, что у тебя там? Получен опыт 255. Найдено 10 крышек. Найдено существо отвратительный рат-таракан. Хочет напасть на меня. Рат-таракан, укуси ее за задницу и... оставь какой-то, не знаю... следы в виде того, что... чтобы знала. Клеймо, короче, и поставь на жопе. Вот и все. Чтобы знала. Где. Куда возвращаться и где себя вести нормально. Кротокрыс хочет напасть на меня. Кротокрыс мертв. Получен опыт 35, 225. Я преодолею страх. Я преодолею страх. Это ты уже 8 минут получается, да, там только. Капец. 8 минут и нифига еще не нашла. Зараза. Ну хоть чувак начал появляться. Шпион. Шпион. Пока, конечно, его видно довольно серьезно, но потом... опять же, да? Когда у нас будет около 40 жителей в 2 раза хотя бы больше, то он начнет приносить, конечно, намного больше крышечек. Если мы его увидим. Но увидеть его будет сложнее. Так. Давайте посмотрим, кто у нас там в переноске. Кто ты? Собачка рыженькая. Прикольно. Питомец Кабосу. Вероятность появления незнакомца увеличивается на 5. Ага. Вот оно как.
Питомцы. Питомцы могут усиливать жителей. Более редкие питомцы дают более мощные эффекты. Выдайте питомца жителю так же, как оружие или костюм. Подсказка: определенные питомцы помогают жителям исследовать пустошь. Окей. Так, и кому мы выдадим с вами питомца? Кто у нас там был? С собачкой какой-то связан или как-то чего-то? Как-то чего-то. Так, рыцарю, конечно, она не подойдет. Джек Блэк. Играл он с собаками? Какими-то. Давайте ему выдадим кабосу. О, прикольный какой. Она задние лапки встает. Рад таракашки. Очередные. Ну-ка, Кэрол, покажи им, как нужно зомбей валить. И не зомбей тоже. От 4 до 6. Вы посмотрите, сколько она выстрелила раз в него. Жесть какая. Фига себе. Я, конечно, знаю, что тараканы такие твари, которые выживут и переживут любую. Любой апокалипсис на Земле. И я их, если честно, терпеть не могу. Тараканы самые мерзкие существа. Самые мерзкие. Потом идут у меня кто? Крысы? Крысы, да. Наверное. Потом комары. Мерзота. Вообще я насекомых как-то не люблю. И чем старше становлюсь, тем меньше к ним какую-то симпатию испытываю. Не знаю, друзья, как вы. А я вот так. Так, у нас появится случайный житель или нет? Песик. Поскули, чего ли? Или полай, что ли? Никого нету. Никого на горизонте вообще. Даже бестолковых каких-то новобранцев нет. Печалька. Давайте хоть посмотрим, как у нас тут работают все. Алиса жжет просто. А я могу тебя переназвать? Нет, видимо, не могу. А может, и могу. Да, нужно было бы кого-то на охрану поставить. Но сейчас нет смысла, потому что реально ни оружия, нифига нет. Вот в спецвыпуске, да, когда только вышла игра на ПК, там у меня сразу был в броне нормальной. Чувак уже, я его отправил сразу же на пустоши, а тут что-то мне вообще совсем не поперло. Фигово. Фигово. Ах. Ладненько, друзья, я думаю, что на этом мы пока что закончим или сделаем перерывчик, да, до следующей серии. Как-то наверстаю я вот этот упущенный момент. Увидим в следующей серии, кто же родится у швабры. Может, это будет Веник. А может, француз еще раз постарается, и у нас будет как раз 18 жителей до того момента. А может, даже и больше. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии и в других видео тоже. Пока. Пока.